Алло, Ничего. еще не спишь? Пока нет. Играешь, да? Конечно. А я сегодня на работе был так замотался, вообще кошмар утром. Ну, хорошо, ты каждый день будешь на рабочую. Не каждый день, когда захочу. Это не официально я там пристроился. А, господи. Цемент это загружать, куски цемента. В мусорку. В пухту. Строительный мусор еще заодно загружаю, там грязь всякую прочее, ветки, иногда листья. Там деревья устроившиеся дома есть, они опали, листья пришлось разгребать сегодня граблями. А ты как поработал, да? Точно? Ясно. Че ты там порнуху смотришь? А что это? Хентай? Игруля. Игруля какая игруля? Короче, про крыс средние века. Про крыс средние века? Ну да. А как называется? Почему? Типа коронавируса? Да. Ну, короче, это... Ну, хочу про крысиные нашествия в средние века. А чуму? Крысиную чуму? Крысы. Кстати, мне Наташу укол съедем в хуй, а потом я скрысил ее на сумку с процедурки. Чего? Я говорю, мне Наташа, мне сестра на 15 неделе мне укол съедом в хуй, я уже был в процедурном кабинете. А потом я скрыл на сумку с процедурки в отместку. Она меня пыталась убить. Короче, у тебя что-то с трубой, у тебя все равно плохо слышно. Еще самое главное, знаешь что? Короче, это как его... Она убила мою бабушку с прицедом ножом в квартире в тумбочке. Я увидел яд на цветы, они наверное завяли. Так что она мою еще бабушку убила. Я пожалел ее, извинил за этот поступок. Но ей до меня никогда не добраться, нет, еще раз нет. Нифига, я мужа Кристина в больнице видел, кстати, подтвердил, он меня помнит. Я с ним встречался еще в 17 году, я рассказал ему про Кристину, но и сам писал мне, говорил об этом. Я уже Дмитрий Сыч, он в больнице работает медиком. Он там был как пациент. Он общался со мной, ему помогал, сигаретки ему давал. Ухаживал за ним. Конфетки, шоколадки. И он предсказал мою смерть и мою выписку из больницы. Он мне говорил, что я умру у рыжеволосой женщины, у которой это как его рыжие кудри на голове будут. Она мне укусит плечо, я умру у нее на руках, ей будет 41 год, это будет следующим летом. У нее на съемной квартире, как он мне говорил. А что сегодня? Ты играешь занят? Ты играешь занят, да? Конечно. Во сколько ты мне звякнешь? Чего? Во сколько ты мне звякнешь? А в пятницу ты будешь свободен? Может быть. А, ну ладно, давай тогда. Если что, звони. Хорошо, ага, удачи. Давай. Давай.